Взял кукурузу, взял масло сливочное, добавил соли, размешал хорошо соль. Теперь на фольгу со всех сторон мажу кукурузу этим маслом. Буду заворачивать кукурузу в фольгу и запекать 150-180 градусов на гриле. Все, поставил на средний. Будем запекать. Так, прошло 15 минут. Я сейчас их переверну. Так, на бочок. Еще позапекаю. Прошло 50 минут. Одну достал, развернул. Хочу попробовать. Готовлю впервые по этому рецепту. Так что хочу проверить, сготовилась или нет. Попробовал. 50 минут мало. Была сыровата. Вот я ее доложил дожаривать. Эти переворачиваю. Прошло уже 1:10. Наверное, хватит их уже жарить. Вот. Вот что получилось, ребят. Я уже попробовал. Вкус другой. Вкусней, чем вареное. Стоит попробовать. Спасибо за внимание.